Samsung A13 нет записи экрана. Поэтому нужно ставить приложение. В маркете их много, но они либо платные, либо с рекламой. Лучше всего воспользуйтесь моим по ссылке в описании. Скачайте. Под видео будет ссылка. Вот такое. И одну настройку сделайте. Все, запись пошла. Далее просто уже запись и все. Спасибо за просмотр.